Да, почти ничего не изменилось. Несколько лет я здесь не был, когда-то несколько лет учился здесь, литературный институт имени Горького. Ну вот когда-то это был мой ректор Сергей Николаевич Есин. На следующий год я вас зову. Но в Пензу у меня был тебе на день рождения. Все, значит, в октябре я вас прям уже делегацию чистил. Там даже гонорарчик. Олег, всегда ты должен получить большие деньги, надо спрашивать о маленьких.